счастливой быть. Но Цейтон, я уже нашел одного человека. Он готов мне продать старую швейную машинку. И может быть через несколько недель... Но через несколько недель будет поздно! Дэви, я должна тебе что-то сказать. Ты должен сходить к мяснику Лейзеру. Опять этот мясник. В чем дело? Он хочет видеть тебя для разговора. Да знаю я его разговор. Он хочет купить у меня бурую корову. Не дам. Зачем? Пусть держит их глазами. Где? В хлеву. Вы что, сбрендили оба? Зачем ей позвать Лейзера? У нее же молоко скиснет. Идите. Два сантиметра. О чем мы говорим? Как это о чем? О моей бурой корове. Ту, что вы хотели купить у меня. Корове. Чтобы я не был одинок. Ничего страшного не произошло. Ваша рука в моей руке. И что дальше? А дальше все, что мы захотим. Можем разговаривать, можем танцевать. Это же неприлично. Что же здесь неприличного? Спасите! Помогите! Что такое? Спасите! Где она? Дэвия, проснись! Что такое? А где она? Кто она? О ком ты говоришь? Фрума Сара. Это жена Лейзера Вольфа. О чем ты говоришь? Она только что была здесь. Она померла давным-давно. Где она? Шам, это тебе приснилось. Поверь, жених достойный он. И знаешь, для семьи он дочка. Он при рождении наречен в честь дяди Мордехая. Точно, портной он ботл камзол. За горло Цейтон я схвачу. И как назойливый Агара. Ее я потушу свечу. Таков мой свадебный подарок! Остается в этой жизни. Это что еще?